нашим детишкам Чишкам исполнился сегодня месяц и 7 дней, месяц и неделька. Их пришла поздравить, как всегда, счастливая, веселая бабушка Тася, которая лучше всех играет с игрушками. Как будто ей не 9 лет собачке, да, скажи, 9,5 уже пошел, 10-й год, а я, скажи, люблю играть с игрушками, с детскими. Да, да, вот так, скажи, вот такие вот бывают прабабки, веселые и активные. Братишка наш уже наигрался, улегся спать, все, говорит, отстаньте от меня, а девчонки еще бегают. В этом манежике они спят. Потом они уходят у нас вот сюда, здесь пеленочки специальные многоразовые, водичка, уже бросаем, так как зубки уже огромные у них, зубастые щеночки, бросаем специальные жевательные жилочки, и вот одна сестреночка вышла уже из загончика и пошла по комнате, нашла там тоже жилочку, там у нас тоже постелены многоразовые пеленочки, так детки у нас привыкают ходить куда положено в туалетик. Постепенно, по мере роста и взросления, количество пеленочек сокращается. Но пока они малыши, много надо пеленочек, потому что они еще маленькие, они могут заиграться и пописать не туда, куда положено. Теперь уже ребяткам, вот уже крепчают дети, месяц и неделька, начинают бегать. Играть, ограничивать их мы не собираемся в пространстве. Там тоже есть лежачок с игрушками, и туда забираются маленькие детки. Теперь им все интересно, они уже не хотят сидеть в своем манежике. Теперь им интересно узнать, что окружает их за мир, что за мир вокруг них. Тянутся к рукам. Вот игрушечку ребенок сам нашел, взял. Да. Мы, скажи, взрослеем, и вот так вот у нас меняются интересы. И побегать уже хочется, не просто походить, побродить и побороться. И с игрушечкой поиграть. И из взрослой мисочки покушать. У нас собачек много, поэтому мы насыпаем в одну миску на всех сразу много еды на целый день. И по мере того, как она съедается, добавляем сухого корма снова. Так, это охота за моими ногами идет. Кусаются очень больно, зубки очень острые, прямо как иголочки. Но малышу это не понять, поэтому охотится за моими ногами. Я пытаюсь отходить, она меня догоняет и хочет укусить. А это очень больно на самом деле делается. Так, водичку мы тоже носится за моими ногами, хищный ребенок. Ну, слава тебе, Господи. Свой интерес переключила на специальную жевательную жилочку. Я не боюсь давать малышам с раннего детства вот эти твердые жевательные жилочки. У чихуашек достаточно такое слабое место, зубки, поэтому когда твердую пищу они жуют, они укрепляют. Ух, как быстро! Ты посмотри, у меня даже камера тебя не ловит, как ты быстро за мной носишься, они успевают тебя ноги прятать. Да, поругаться надо. Не догнала, говорит, не кусила, поругаться надо. Эта девочка бело-голубая, с крапом. Сейчас у нее есть подпалинки, не знаю, уйдут, не уйдут. Бровки есть такие красивые, щечки. Очень выразительно смотрится. Зовут ее Живанши. Если вам понравился наш малыш, вы можете его зарезервировать. И когда у детеныша будут уже прививочки, метрика щенка и клеймо, когда ребенок будет полностью готов к переезду в новый дом, можно будет ее уже купить. Вот там еще куча игрушек, которые малышка благополучно нашла. Девчонка очень веселая, ласковая, общительная. Очень контактная, очень тянется к общению с человеком. Всегда счастливый хвостик не стоит на месте, всегда виляет. Как только видит человека, сразу выбегает из своего манежика пообщаться, поцеловаться, поласкаться. Да, такой веселый карапуз.
Ну, вот такие уже малыши чихуахуа в возрасте месяц и неделя. Еще недавно были такие смешные и толстенькие, пытались вставать и делать первые шаги, падали, ничего у них не получалось. И буквально через неделю, пожалуйста, скажи, носимся по всей комнате, сами ходим, выходим, все знают, погуляют по комнате и знают, что надо идти на свое местечко. Вот бабушка кушает, скажи, надо кушать нам тоже. Да, все понимают. Еще, казалось бы, неделю назад были такие смешные карапузы. Только лежали кверху животиком, и ничего смешного такого с ними не происходило, кроме как встать и упасть. Скажи, нормально, бабушка, двигайся, что ты у меня, говорит, тут кушаешь, я тоже, говорит, кушать хочу. И что, скажи, я не жадная, поем с бабушкой из одной мисочки. Пойду проверю, говорит, что там делают мои сестренка с братишкой. А сестренка с братишкой обнялись и спят. Носик к носику прижались. Сейчас бандит придет маленький, разбудит. Будьте здоровы, чего ты там в нос наловила? Шерсти с пеленки. Ох, ты так притомилась, что легла на пеленке. Жарко у нас в комнате, очень жарко. Но пеленочки эти многоразовые, они многослойные. Если даже она ляжет не на свой матрасик, а на эту пеленочку, ребенку холодно не будет. Я за это не переживаю. Ну, скажи всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео на канале питомника Марины Стик. Кто, скажи, не подписался на наш канал, подписывайтесь. Будем снимать дальше видео, как развиваются и растут наши малыши. Кто подписан, оставайтесь с нами. До новых встреч, до новых видео. Он нападает на бабушку. Правильно скажи, гони, ты что из детской миски кушаешь? Ты старенькая, скажи, собачка. Тебе нельзя детский корм кушать. Это у нас специальный для малышей корм. Там много, скажи, витаминчиков для растущих организмов. А для толстых старых бабулек, скажи, нету тут еды. В другом месте, скажи, твоя еда стоит. Все интересно. На диван забраться интересно. Скоро начнут уже проситься на диваны забираться. Это у них такие возрастные изменения, интересы меняются с каждым днем. Сначала побегать по комнате, потом же и на диван забраться. Да, и манежи, замечательные манежи. Так много им лет, вот этой фирмы. Сколько уже пометов выросло, и каждый вот так пытается отгрызть. Здесь молния, здесь застегивается эта дверка. Очень удобный для того, чтобы, если мало ли, надо делать уборку, и чтобы малыши не мешали. Можно спокойно их здесь безопасно закрыть, застегнуть. Сверху еще тоже есть молния, одевается сеточка. И все они обязательно любят пробовать это все на зуб, все это разгрызть, отгрызть. И слава богу, много лет у нас много таких манежиков. Все замечательно прошли уже проверку не одним пометом деток. Все выдерживают испытания и подрощенными детишками. Регулярно они грызутся, все эти манежики. Очень хорошие манежики, качественные. Все, малышка устала ложиться спать, и мы пойдем заниматься своими делами. До новых видео, до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Всего доброго!